Досрочное голосование на выборах в Госдуму и законодательное собрание заканчивается на севере Красноярского края. Для того, чтобы жители отдаленных районов смогли реализовать свое право отдать голос, члены избирательной комиссии и наблюдатели воспользовались вертолетом Ми-8. Например, только за один день они пролетели более 7 часов и побывали в 17 оленеводческих стойбищах на Таймыре. Досрочно проголосовали также на полярных станциях и в рыболовецких бригадах. Процесс голосования начался еще 6 сентября для того, чтобы представители избиркома успели попасть во все самые отдаленные населенные пункты.